еще один рецепт и совет в копилку рецептов, чтобы такое съесть, чтобы похудеть. Бутерброд с безуглеводным хлебом. Это хлеб из льняной муки. Льняную муку можно смолоть из семян льна, либо купить готовую. Рецепт, вообще все приготовление этого хлеба безуглеводного занимает буквально 10-15 минут, в зависимости от количества порций. Очень просто готовится в микроволновке. Рецепты есть на просторах интернета. В результате у вас получается сочетание жиров и белков. Безусловно, такой хлеб не стоит намазывать джем и вареньем, так что весь смысл теряется. Хлеб жирный, калорийный, но он безуглеводный. А сочетание белка и жира не наносит того самого удара по поджелудочной железе и является именно полезным при условии, что вы туда не намешаете углеводов в виде чего-то сладкого. Будьте здоровы!